Торжественная церемония посвящения в профессию – обязательная процедура, которая проводит черту между учебой и трудовой деятельностью. В этот день 12 выпускников Академии МВД пополнили ряды сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области. Им вручены служебные удостоверения. Процесс важный и волнительный как для тех, кто только приступает к своим профессиональным обязанностям, так и для тех, кто будет наставлять молодых специалистов в дальнейшем. Приход молодого пополнения, и я, руководитель подразделений, связан с определенными надеждами и ожиданиями. Они, конечно же, многому научились в учебном заведении, но еще большему им придется научиться в практической деятельности. Поэтому с первого же дня своей службы они будут под пристальным вниманием руководителей, наставников. Им будет оказана необходимая помощь методическая, практическая, в профессиональном становлении, для того, чтобы они как можно быстрее освоили язык профессии и должным образом влились в наши коллективы. По завершении распределения, а именно перед тем, как молодые специалисты разъехались по новым рабочим местам, им была представлена возможность посетить сердце областного центра – мемориал «Брестская крепость-герой». На этой священной земле выпускники и руководство управления Следственного комитета по Брестской области возложили цветы к вечному огню и почтили павших героев минутой молчания. Сегодня молодые исследователи в первый рабочий день получили самое важное – первое, само собой, ну и глобальное наставление, задачу на весь период службы. Служить честно, искренне, добросовестно. Качественно выполнять свои служебные обязанности, пресекая нарушения закона, где бы и кем бы они ни были совершены. И с этим, выполняя эту задачу, собственно, движется следователь на всем своем следственном пути. Следователь – профессия непростая. Это отмечают выпускники, которые выбирали свое будущее рабочее место осознанно. Случайных людей здесь нет и быть не может, ведь следователь должен обладать такими качествами, как острое чувство справедливости, желание помогать людям, порядочность и рассудительность. И выпускники этим критериям соответствуют. Наступает новый жизненный этап, очень важный, самостоятельный. Как говорило руководство, эта профессия не из легких, но это мой сознательный выбор, и я рад и горд, что вступил в ряды правоохранительных органов, в частности, в ряды Следственного комитета. Это, по большей части, можно сказать, что это моя мечта, потому что еще со школьной скамьи мне всегда нравились и фильмы, и художественные, различные художественные произведения, связанные с работой правоохранительных органов, в частности, следствия. Поэтому я пришел к тому, что я хочу стать таким же сотрудником, быть честным, порядочным и защищать права и законные интересы граждан Республики Беларусь. Следователь, прежде всего, должен быть рассудительным, неторопливым в какой-то степени, холодным в принятии решений, то есть он должен быть уверен в себе, прежде всего, как человек и как профессионал своего дела, то есть он должен быть уверен в том, что он делает и что это правильно. Примерно со старших классов уже понял, что я хотел бы стать следователем, и должно быть, я в этой профессии видел какой-то личностный рост, как самого человека. Вот, какую-то долю саморазвития. Молодые исследователи свой первый шаг уже совершили. Впереди у них много работы, которые они будут выполнять в соответствии с уставом, а значит, служить честно и добросовестно.